Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса, 1 августа». Сегодня еще с утра появилась информация о том, что вооруженные силы Украины разбили эшелон с вражеской техникой и живой силой в Херсонской области. Об этом заявило оперативное командование Юг. Наша авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесен удар по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки. Также получено подтверждение попадания по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери доразведываются. Подтвержденные потери составляют 52 военных, 4 танка, 2 самоходные артиллерийские минометные установки «Нона-С», самоходная арт-установка, 8 единиц бронированной и автомобильной техники. Вот такая, друзья, информация. В Одессе на данный момент тихо, в самом городе. Что-то сообщают о взрывах в области, но пока информации никакой нет. Возможно, начались учения, как обычно, с 11 часов. Тревоги в Одессе, в Одесской области на данный момент нет. Я на связи. Всем желаю мирного неба над головой, хорошего, приятного вечера, спокойной ночи. Подписывайтесь. Всем пока.